Здравствуйте! Вас приветствует тестовая лаборатория Oldie Computers и я, Владимир Смирнов. Сегодня мы протестируем ультрапортативный ноутбук Samsung 300 U1A05. Это уже не нетбук, ведь в нем используется полноценный Core i3, но и не ультрабук, так как данные хранятся на обычном магнитном накопителе. Посмотрим, на что способна эта связка. Комплект поставки небольшой. Сам ноутбук, блок питания, кабель к нему и несколько инструкций. Внешний вид. Верхняя крышка сделана из алюминия, покрашенного в приятный светло-синий цвет. На левом торце находится разъем для блока питания, гигабитный сетевой порт, USB разъем, разъем HDMI и отверстие для подключения наушников. На правом торце находится аналоговый видеовыход DSAP и еще два USB разъема. Спереди присутствует картридер для карточек памяти стандарта SD. Откроем ноутбук. На верхней крышке находится веб-камера с разрешением 1,3 мегапикселя, а под ней экран с диагональю 11,6 дюймов, разрешением 1366 на 768 и матовым покрытием. Снизу присутствует кнопка включения, клавиатура со слегка уменьшенными клавишами, небольшой тачпад, отверстие встроенного микрофона и два сигнальных светодиода, сообщающих о подключении блока питания и включении самого ноутбука. Габариты устройства 277 на 196 на 27,5 мм. Вес 1 кг 210 грамм. Технические характеристики. Процессор. Двухъядерный Intel Core i3 2367M с тактовой частотой 1,4 ГГц. Оперативная память 2 ГБ стандарта DDR3 с тактовой частотой 1333 МГц. Под оперативную память отведен лишь один слот. Жесткий диск 320 ГБ со скоростью вращения пластин 5400 оборотов в минуту. Видеокарта, интегрированная в процессор Intel HD Graphics 3000. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, BGN, Bluetooth версии 3.0. Аккумулятор литий-ионный емкостью 4000 мАч. Операционная система 64-разрядная Windows 7 Home Premium. Перейдем к тестированию. Вначале посмотрим, как начинку ноутбука оценила операционная система. Она поставила 4,4 балла, при этом минимальный балл был выставлен за производительность рабочего стола для Windows Aero. Процессорный тест Cinebench R11.5 поставил системе 1,35 баллов. Однопоточный процессорный тест SuperP32M справился с задачей за 23 минуты 24,455 секунды. Тест, встроенный в архиватор WinRAR 4.0, определил скорость архивации в 1395 кБ в секунду. Графический тестовый пакет 3DMark 2006 оценил систему в 2960 баллов. Тестовый пакет AIDA 64. Вот таблица с его результатами. Теперь проверим время автономной работы. Для этого выключим все беспроводные интерфейсы, поставим яркость экрана в среднее положение и запустим фильм. В таком режиме ноутбук продержался 5 часов 20 минут, что весьма неплохо. Подведем итоги. Если вам нужна компактность и производительность ноутбука, но не устраивает малый объем жестких дисков и цена ультрабуков, Samsung 300 U1A05 создан для вас. До свидания.